Так, вот по акции у нас пришла сумочка, называется «Солнечный пляж», 399 рублей. Выглядит она вот так. Так, а сейчас мы посмотрим ее в натуре. Вот соломку сделана. И сверху-то ничего. Такая жесткая. Значит, внутри у нее вот такой есть подклад, мешок, чехол, да, получается. Видите, объем очень большой. В принципе, нормально вот если, да, даже куда-то. То есть можно затянуть. И на пляж, не вариант. На пляж, да. И так. И спрятать. Ну, так, давай дно еще. Сверху еще что-нибудь положить. Так, дно вот не очень удобное, да, только круглое немножко. Но еще форму не держит. А, там вложено, вот. Так, там картонка вложена. Угу. Так, и дно у нас форму держит? Угу. Держит, да, теперь? Так, ну вот так выглядит. Ну-ка, давай по размеру посмотрим. То есть, ну вот Оля у нас небольшая. Небольшая, но на пляже самое то. Угу. Очень хорошо. Все, кстати, хорошо и плачут. Угу. Ну, нормально. За такую цену я считаю, что нормально. Так, я ручки, еще... кожзаменитель. Угу. Такие жесткие, не мягкие кожзаменитель. Да. Больше на ремень даже. И снизу хорошо так это все. И снизу, держит, чтобы дно не вывалилось. На заклепках все. Достойная цена. Ну да, 300 рублей.